Уважаемые харцизяне, примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Новогодние и рождественские дни – это время радостных встреч с родными и друзьями, время тепла и уюта семейного очага. Они объединяют людей общим настроением, общими эмоциями, общей надеждой. Уходящий 2014 год войдет в историю как год войны и противоречий. Нам пришлось пережить то, что десятки лет назад пережили наши деды и прадеды. Он был критически сложным для каждого из вас. Киевская хунта отняла все, что долгие годы строил наш братский народ. Они отняли самое дорогое – мир. Но мы успешно справляемся со всеми вызовами этого непростого времени. Донбасс сможет выстоять испытания на прочность. У каждого из нас жизнь разделилась на до войны и настоящее время. Но вместе с этим мы обрели новые ценности и новые цели. Мы все помним, как под звуки разрывающихся снарядов, под обстрелами, каждый, рискуя своей жизнью, шел на помощь. Мы на деле доказали, что способны защищать свои достижения, свою землю, культуру, своих родных и близких, с честью отстаивать правду и справедливость. В основе наших достижений – огромное трудолюбие жителей молодой республики, ответственность, высокий профессионализм. Отныне наше правительство – это народ. Мы выбрали достойного представителя Александра Захарченко, и мы построим новое, сильное государство. Я от всей души благодарю вас, уважаемые горожане, за вашу бесконечную преданность и любовь к родному краю. Новый год – это время надежд, исполнение всех заветных желаний, символ обновления и перемен. От всей души желаю встретить его вам в приподнятом настроении, с верой в будущее. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем деле, чтобы в каждой семье был достаток и уют, чтобы были здоровы ваши близкие и родные, чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, и в праздники. С Новым годом!